И о спорте. Сегодня в Махачкале стартовал третий республиканский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова. Поединки юношей 2006-2007 годов рождения проходят на базе спортшколы имени Бузая Ибрагимова. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Работать первым номером и держать дистанцию. Задача Ясина Шабанова на стартовый поединок была предельно проста. Хасавюртовец превосходил соперника в росте и умело воспользовался длиной рук. Теперь подопечный тренера Алия Исханова на шаг приблизился к своей 17-й золотой медали на соревнованиях. Я был выше роста, мне было легче его отбоксировать. И дистанцию использовал. Я пришел сюда за победой, чтобы выиграть. Поддержать Ясина Шабанова и всех других участников на турнир съехалась практически вся элита дагестанского бокса, олимпийские чемпионы и призеры других крупных соревнований. Эти мастера кожаной перчатки, как никто иной, знают, такие турниры служат для подрастающего поколения хорошим трамплином в мир большого бокса. Мы все начинали с таких турниров подростковых, стремились стать чемпионами и своей школы, и города. Республики. Это, во-первых, опыт, бесценный опыт для этих ребят, потому что, начиная отсюда, они будут защищать честь нашей республики за границами, а потом честь нашей страны за рубежом. Турниру на призы Тимура Гайдалова предшествовал отбор. Сюда попали по 8 лучших боксеров из 5 зон Дагестана. Награды оспаривают в 18 весовых категориях. Соревнования проводят в третий раз, и они уже вошли в календарь Минспорта Республики. Сам Гайдалов уверен, участие в одном таком турнире заменяет несколько месяцев тренировок. Ну, для меня это, конечно, прежде всего это ответственность. Да? Если боксеры, молодые боксеры связывают там с моим именем какое-то свое развитие и так далее. Я готов помочь в этом участвовать. Большой импульс ребята получают за один турнир. Просто даже они пришли, взвесились. Потом вот эти переживания, которые у них бывают, да, до начала, как говорят, спортивный мандраж. Это все закаляет человека и выплавляет его, как в печи булатную сталь. Это действительно уже на 2-3 головы, на голову выше ребята становятся после этого турнира. Турнир продлится еще в течение 3 дней. Финальные поединки запланированы на 23 июня. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, Хадижа Кадиева, телеканал ННТ, Махачкала.